Всем доброе утро. Сегодня намного лучше. У нас на озере ситуация. Кир мне даже показал шутку. Говорит, я вчера выкурил 2 пачки Канады. Да, учитывая качество воздуха, то по своей сути, да. Так, ребята, вот хотела вам показать. Видите, вот здесь у нас, очевидно, Кит мне когда-то высылал фотографию, что был очень плохой шторм здесь. Видите, там сломанное дерево. То есть здесь у нас настолько плохой шторм был, что дерево сломало. Но хорошо, что вот это дерево не завалилось, потому что оно, в принципе, как бы сразу находится на пути. Если сильно дунет, то, конечно, может, наверное, завалиться куда-то на дом. Вот. А так, я смотрю, пока все нормально. Я вот когда приехала, я на балконе находила куски каких-то, не знаю, чего там, всяких палочек и всего остального. Я еще подумала, думаю, должна была ее сюда, эту палку забросить. То есть, что был шторм, очевидно, сильный. Красиво здесь, очень спокойно, очень спокойно. Там уточка что-то собирает. Вот эти новые цветочки я посадила. Вот эти новые посадила. Они, правда, и в гринхаузе уже так как-то не очень хорошо, не очень сухие были. Я их посадила. А вот эти очень агрессивные цветы, Дроника они, по-моему, называются. Я думаю, что они отойдут, если правильно поливать. Вот эти я впервые взяла. Написано, что они любят full sun, целое солнце. Ну, не знаю, посмотрим, как они. Ну, пока нормально, они 2 дня у меня сидят. Видите, здесь тоже вербена перестала цвести. Но некоторые цветы выжили, как вот эти, например. Я их как посадила, они так вот и цветут. Вот эти вот. То есть, почему-то вот эти корзины, видите, вот это и вот это, они самые удачные были в плане выживания. Почему, я не знаю. Вот здесь вот такие цветы, как я оригинально посадила. Вот единственное, что вербена перестала цвести. У меня в Мичигане проблема с тем, что я не знаю, как приспособиться к поливу. О, здрасте. Что я не знаю, как приспособиться к поливу растений. Потому что у нас в Альберте все очень просто. Либо сухо, либо мокро. То есть, либо ты поливаешь их, и через 5 минут они все сухие. Здесь они могут быть мокрые, 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 ты их не поливаешь, ты отошел на полдня, и так херак, извините за выражение, и они сразу все сухие становятся, и уже все сразу погибают. Я не могу приспособиться, когда их поливать. Но в любом случае, вот это новое я посадила. Да, посмотрим, как они будут. Я их сохраняла, вот эти растения, через зиму. Я думаю, что я этого больше делать не буду. Как вот это, вон то. Как бы мне кажется, что со всеми этими мухами, которые были у нас в доме, со всеми этими неудобствами, с этими горшками, тасканиями, я думаю, что я больше этого делать не буду, потому что герань, красивая герань, стоит, может, $4. Думаю, господи, да я лучше куплю на следующий год эту герань, посажу в этот же горшок с красивыми другими цветами, потому что здесь уже все корнями перепутано. И ты не можешь как бы ничего досадить. Вот я только маленький кусочек досадила. Думаю, зачем нужно? Зачем мне это нужно? Что там птички прыгают? Ну, а мне это не нужно. Ну вот, здесь тоже, видите, вот это был самый плохой ящик. Я решила, я здесь некоторые цветы оставила. Эти новые купила. Вот эти я оставила. И здесь вербенка, вы видите, она совсем маленькая. Тут он. Дрозд какой-то шебуршится. Она вербенка, видите, здесь есть. Вот я думаю, что может она отойдет. Вот, я оставила ее из-за того, что я увидела вот эти ростки. Думаю, может она отойдет и начнет цвести. Лето здесь длинное, еще 2 месяца у нас есть. Я думаю, что
цветы разрастутся. Я их еще удобрением хочу поливать, но пока не поливала, потому что они были все мокрые. Нужно подождать, пока они все высохнут. Вчера я их слегка подлила водой, потому что они были очень сухие. А я люблю, знаете, это когда разводишь удобрения, ты сразу по всем цветам идешь, и ты точно знаешь, что ты в какой-то день их полил, и они у тебя все... Потому что можно их поливать, по-моему, только раз в неделю, мне кажется. Всем привет! Сегодня направляюсь я в Home Goods или Home Sense, как он у нас называется. В общем, приехала я в Канаду, у меня было плохо с желудком. Молоко, очевидно, не воспринимает этот желудок. И теперь в Америку то же самое. А у меня никак не может разобраться мой желудок, что же мне делать. Так-то без мало принимаю. Я так поняла, что разные стандарты, разная еда. Ну, почему-то к американской еде я привыкла очень быстро. Но вот я когда была в Канаде 20 с лишним дней, мне было тяжело. Сейчас поеду в Home Goods, мне нужно купить, как он называется, банку для муки, потому что у меня есть обычная мука. Я недавно купила bread flour для выпечки хлеба, муку. И я не знаю, то ли это у меня с прошлого дома, то ли уже в этом доме. Но у меня одна пачка стояла открытая, и там бикарасы завелись. Я думаю, что это бикарасы с прошлого апартмента. Но я Киту говорю, надо мне купить хорошую банку для этой муки, для bread flour, чтобы я ее не выбрасывала. Потому что, естественно, с бикарасами я хлеб печь не буду. Поеду куплю еще корзиночку такую для организации. Потому что, когда Алексей гостил, остался крем для бритья, станки, естественно, бритвенные, там мыло какое-то. Ну, в общем, я корзиночку, потому что у меня еще стоит несобранная полка в моей ванной. Это как брошенная, как вот мы купили, бросили и уехали. И так вот все оно есть. Сейчас, секунду, я поставлю себе навигатор, буду ехать и разговаривать. Так, вот она я опять. Сейчас я перемещу навигатор вот в эту сторону, наверное. Да, его разместить сюда, чтобы я видела, что... Ой, блин, мне нужно заехать за этот. А сколько до него ехать? Ну, думаю, достаточно. Мне на 50 миль есть. Я на обратном пути тогда заправлю машину. Сейчас не хочу ехать на заправку. Вот. Не думаю, что оно так быстро закончится. Написано, на 50 миль есть. Ну, 40 с чем-то. Ну, нормально. Ну, в общем, да, хочу съездить. Ой, извините, выключу звук музыки. Я хочу съездить, в общем, в Home Goods, то, что я говорила. Нужно как-то организацию делать. Кит говорит, я беру брейк от всего, я беру брейк, потому что, ну, он тоже замотался. Он говорит, это очень много всего, как бы у нас получается. Вот. Ну, слушайте, тут у людей шланги есть, а как это она со шланга поливает? Это куда она его подключает? К крану, что ли? На кухне. Извините, она будет много разговаривать, потому что она... Я выезжаю с комплекса, соответственно. Каждый раз, когда она говорит, у меня будет включаться музыка. Ой, блин, подождите, я на паузу нажму. Все, выехала из комплекса, как раз таки еду в магазин. Может быть, там держалки новые будут, потому что предыдущие я купила именно вот в Home Goods. Я, конечно, понимаю, что качество у них пластика, все гремит. Не знаю, где еще можно посмотреть хорошие держалки на телефон. Но в любом случае, сейчас ездим, посмотрим. Забыла вчера купить Italian Dressing, свой любимый для салата. Там тоже есть рядом Крогер, я зайду куплю. И нужно заехать в Sally Beauty, потому что, ну, там более-менее профессиональные продаются вещи для волос. Я хочу посмотреть, потому что вот в Канаде почему-то нет оттеняющих, как они называются, оттеняющие не шампуни, а лосьоны, да? У нас, например, в Украине, нет, не лосьон, как он называется?
я не помню, как по-нашему называется, на волосы наносится, это как временная краска, да, но она поддерживает тон волос. И учитывая, что пепельный, конечно же, очень легко и быстро смывается, а у меня рыжинки в волосах есть, значит, соответственно, я хотела поехать купить какой-то лавандовый цвет или еще что-то, что я погуглила, посмотрела, какой тон волос подходит для розового подтона кожи, потому что у меня розовый подтон кожи, холодный. Вот, соответственно, было сказано, что, наверное, лавандовый, да, розовый, кстати, тоже подходит. Но розовый я не хочу, да, это для меня слишком, как бы, слишком даже нежно-розовый. Но вот лавандовый мне цвет нравится. То есть фиолетовые тона, да, вот это все подходит. Хочу купить себе такую, как маску для волос или еще что-то. Я смотрела сейчас, у них от Vella есть вот эти все. Почему в Канаде их нет, я не знаю. Здесь они полно, то есть я не знаю. Ну, в принципе, когда я была сейчас в Канаде, я не заходила в Sally Beauty для того, чтобы проверить, появились они или нет. Поэтому, ну, на тот момент, когда я там жила, то не было никаких оттеняющих бальзамов для волос, да, так называется, что ли, я не знаю. Вот этих не было. То есть когда-то, я помню, я им пользовалась, когда у меня был рыжий цвет волос. И потому что рыжий — это еще один цвет, который очень тяжело поддерживать, да, на должном уровне. Соответственно, получается, что я покупала постоянно вот эту рыжую штуку, да, и когда я мыла волосы, я поддерживала его. Правда, Женя, которая мне волосы красила, у меня получился очень хороший, натуральный, естественный цвет волос, темно-русый, что это? Господи, ты, боже мой, ну, слушайте, что здесь, что в Эдмонтоне? Один фиг, постоянный ремонт дороги ведется. Вот, с пепельным оттенком. Они все меняют, все везде меняют. В принципе, я маме говорила, да, когда я приехала, я говорю, Детройт очень хорошо выходит из рецессии. Очень хорошо, очень много новых объектов строится. То есть все в порядке. Там, если кто-то рассказывает, как в Америке все плохо, загибаются, там, может, снимают какие-то заброшенные вещи, что вполне нормально, это может быть совершенно в любой стране, да, то я должна сказать, что Детройт очень хорошо выходит из рецессии. Так, ну, что, о чем я говорила, о бальзамах, да, что я постоянно ими пользовалась, покупала, а здесь как бы днем с огнем. Вернее, там днем с огнем, а здесь они есть. Очень удобная вещь. Можно поддерживать. Так, подождите, здесь, по-моему, помедленнее надо ехать. In a quarter mile, South Grove Street turns right and becomes South Prospect Street. И сразу включается музыка. Я не знаю, почему она это делает. Хотя я постоянно как бы закрываю, нажимаю на кнопку, чтобы у меня не работал звук. Моя машина автоматически. А, они поставили тут такую штуку, которая указывает еще, сколько ты едешь. Смотри, спидинг. Нельзя делать спидинг. Тут постоянно еще и полиция сидит. Share the road. Это как я еду в свой колледж. Я вам зимой когда-то снимала. Ну вот сейчас, получается, это моя кружка гремит с кофе. Я боюсь его уже пить из-за того, что у меня проблемы с желудком. Я в колледж так езжу по этой дороге. Правда, осенью оно выглядит все обдерто и некрасиво, а летом, конечно же, солнце и прочее. Вчера мы шутили, смеялись, говорили о том, что, по-моему, мне поворачивать нужно будет на следующий. Оно не показывает мне. Вот. In a quarter mile, turn left onto East Michigan Avenue. Вот, и летом все, конечно, оно красиво смотрится, безусловно, поэтому задымление более-менее проходит, наконец-то, вчера появился ветер. Take the next left onto East Michigan Avenue. И хоть немножко сдуло уже этот, как его, тут девушка переходит, сдуло немножко дым. Continue on East Michigan Avenue for half a mile. Дым есть, но как бы не очень. Я знаю, вам
многие писали, что вы уже привыкли, что я там по Эдмонтону ездила. Ну вот я говорю, вот эта привычка, кстати, она очень часто, привычка к какому-то месту не дает возможности людям куда-то двигаться, потому что люди привыкают, они делают это место уже самим себе комфортно. Посмотрим сейчас, что они сделали, потому что мы тут с Алешей ходили, и тут вообще невозможно было пройти. Но я смотрю, они новые сделали sidewalks. Okay. I got it, что можно повернуть. Так, вот здесь мы с Алешей проходили, а нет, все равно еще все выгрызано. Да, они что-то... In a quarter mile, turn left onto West Cross Street. Ой, извините, я хотела выключить, а она все-таки включилась. Где-то парковались на каких-то задворках. Господи, ты боже мой. И выходили где-то тут. А куда мы с ним ходили? А, какие-то магазины тут посмотреть по Ипсиланте. Ну, я говорю, мы с ним, ну, во многие места не дошли. Вообще не дошли. Здесь еще в Ипсиланте есть. Там вот хорошие. Turn left onto West Cross Street. Они новую развилку сделали. In 1000 feet, continue straight to stay on West Cross Street. Я же говорю, что они тут все новое сделали, поставили для пешеходных переходов. Здесь. Ну, я же говорю, они отстраиваются очень-очень сильно. Как Ипсиланте был немножко заброшенный. А сейчас я смотрю, Детройт, вообще дороги новые, тротуары новые. Все делается замечательно. Вот, все замечательно просто. Так что не все так плохо в нашем королевстве. Я всегда останавливаюсь в отделе, где продаются всякие разные приправы. Потому что здесь можно найти очень интересные вещи. Например, я взяла... extra virgin olive oil с чесноком, черными трюфелями, а также взяла вот такой глейз с фигами, он очень вкусный, фиг вам называется. Взяла холодный чай strawberry, это когда воду вы добавляете, пьете, можете добавить, чтобы у вас вкус был. И вот такие розы себе в ванную пока нашла. Но сейчас пойдем посмотрим, что здесь еще есть. Здесь можно найти очень хорошие вещи. Очень хорошая вещь. Зашопилась. Это вся вот полная телега мне стоила, как в Канаде, я уверена, что она мне стоила долларов 500, наверное, если не больше. Я на все органайзеры, на цветы к себе ванну. Извините, у меня очень грязная внутри машина, потому что я взяла цветы, еще не пропылесосила я. Всякие прибамбасы для дома и прочая ерунда. Мне это все стоило $200. Всего лишь $200. Вот видите, органайзеров полно купила для ванной тоже, потому что у меня полка стоит, я буду ее собирать. Я, конечно, понимаю, что вот видите, такую вазочку взяла для, ну я дома, наверное, покажу, для конфет, потому что у меня все время конфеты стоят на столе. Сейчас скажут, куда вам конфеты жрать? Ну, понимаете, не мы, это ж Моки я взяла такую лежаночку, она у меня любит лежать в моем шкафу, я, как бы она раскрывается, эта лежанка, и ей там будет место, где лежать мягенько, и вещи, чтобы мои они не тормошились. Ко мне гости приходят, понимаете, да? Поэтому, соответственно, не все мы конфеты-то едим-то, а для гостей на столе красиво. Надо в Крогер сейчас будет зайти еще. Сейчас отвезу телегу. Всем привет, опять прилепила держалку. Слушайте, на улице начинается та самая жара, когда ты выходишь из магазина или из дома, у тебя такое ощущение, что ты окунаешься в суп. Это просто суп снаружи. Это вот июль, ближе к июлю, июль-август. Это просто здесь влажность колоссальная. Алексей, конечно, у меня такие любит. Он мне говорит, мне нравится такой экстрим. Я говорю, ну тебе нужно к нам в следующий раз приехать, погостить именно на вот эту жару. Это июль-август, когда у нас тут дает оторваться. И он говорит, я бы хотел посмотреть также на
плохую погоду. Я говорю, ну тогда март, добро пожаловать. Вы не будете знать, где и что ловить, как говорится. Потому что здесь, ну я не знаю, для меня март был нормальный. Здесь все люди считают март противным. Ну, учитывая, что я прожила в Альберте там в 9 месяцев противной погоды, ну, зимы, но зима там сухая. Это единственное, что в марте оно вот как-то, я не знаю, там все равно холодно. Вот, а здесь оно как-то и не туда, и не туда. То есть, может быть, тепло, потом холодно, опять тепло, холодно. То есть, погода мечется туда-сюда. Но в апреле уже начинает подниматься температура достаточно хорошо. Ну, то есть... Когда речь касается погоды здесь, то она меня полностью устраивает. Сейчас заехала в Home Depot, купила... Я была в Канаде. Это, кстати, может тоже кому-то пригодится. Очень дешевый вариант blinds. Blinds — это вот эти вот опускаются, которые туда-сюда, туда-сюда. Но самое интересное, что они сделаны из бумаги. И их надо не надо даже крепить. Они просто клеются тупо на окно. Сверху так отлепляется, клеится. Ну, я надеюсь, что оно будет держаться с нашей жарой, конечно. Уже мне кажется, что сейчас все отлепляется, да? И я попросила какие-то померить окна, и она бумажная, эта штука бумажная, и она блокирует свет, и черная. Я взяла черную, чтобы я могла спать, потому что через белую все просвечивается, а свет меня будет, и эти blinds гремят. И я взяла две небольшие, они не подходят по размеру, но их можно обрезать, как вам хочется. То есть ножницами взял, так отрезал, и все. Может быть, это даже хорошо, что их можно обрезать, потому что если взять 4 на каждую половинку, то тогда можно их регулировать, да, то есть одну можно, так, что-то он мне написал, я, говорит, peeling the plastic off, I don't know, сейчас прочитаю, что откуда-то пластик у него там. Вот, и я подумала, что если их обрезать, то можно повесить 4, по 2 на каждую и регулировать, то есть одну можно полностью закрыть, а вторую, если ты хочешь, чтобы у тебя свежий воздух проходил, можно приподнять, да, но по крайней мере солнечный свет будет заблокирован, потому что наша спальня выходит на прямой солнечный свет, и это... Очень-очень, ну, меня будет по утрам, как только начинают, и еще птицы, когда начинают чирикать, а у нас какие-то птицы вообще, они не в себе, почему? Потому что у нас фонари стоят, и у нас вообще очень яркую сделали, вот сейчас поменяли весь свет везде, и то есть все парковки, все-все очень-очень ярко кажется. Так, подождите, AC включено, все включено, жарко в машине, но я просто еще держу на минимуме этот, как его... Да, мой желудок, конечно, писает конкретно. Мне еще нужно заехать в этот... Господи, мои мысли, мой скукун. Мне нужно заехать еще в Sally Beauty, посмотреть какие-то там лосьоны для... То, что я говорила, да, красящие для волос. Сейчас заеду тоже. Она в 9 минутах отсюда находится. Я уже вышла, и Кит говорит, ты же не хотела никуда сегодня выходить. Я говорю, ну я пошла, говорю, все, я пошла, потому что я хочу кое-что организовать. Он говорит, я беру отпуск от любых нужд, то, что мы будем делать в доме, все, и ничего не делаю до конца июня. Если тебе что-то очень нужно, чтобы я тебе помог, я тебе помогу, но я ничего не делаю. Я говорю, я поняла. Я говорю, то есть я тоже могу объявить забастовку, сказать, что все, нафиг, я ничего не делаю, не готовлю, ничего не делаю, короче, до конца там определенного времени, меня не трогают. Он говорит, да, запросто, пожалуйста. Я говорю, не, ну я так никогда, конечно, не сделаю. Я заехала, купила еще дрессинги на салаты, потому что, я говорю, давай, я говорю, будем делать удар на салат, потому что я, например, очень сильно люблю овощи, я не люблю фрукты вообще. Кстати, и очень редко их ем. У меня даже арбуз как-то не очень сильно идет. А вот овощи я могу есть тазиками. В Канаде мы купили новую сушилку и новую стиральную машинку. Потому что я не помню, рассказывали или нет, из-за того, что у Сани были пеленки постоянные, мама постоянно стирала машинки, то есть, ну, это каждодневная стирка, да, это были машинки просто убитые. Но они, конечно, дезинфицировались после стирки, то, что вот собаке нужно было постирать, конечно, это все дезинфицировалось специальными средствами, и прогонялась постоянная чистка барабана, но машинки, конечно, они свое отработали, это были GE, вот эти машинки работали реально хорошо, я не помню, мы, по-моему, что-то чинили уже в этой машинке, машинки стиральные, но после починки она очень хорошо работала, и они до сих пор работают хорошо, и мы пытались как бы сделать доставку так, чтобы, знаете, нам нужно было раньше об этом подумать, потому что они бы доставили, когда я еще там была, я такой человек, знаете, на одном месте 100 дыр выверчиваю, вот, а я думала как-то помочь, да, с этим, потому что думаю, когда установка будет, я могу там быть, я могу там этим всем делом поруководить, вот, а получилось так, что мы сообразили, что новые машинки, в принципе, неплохо было бы купить уже к концу нашего пребывания
я мамы попросила, чтобы она мне выслала фотографии, когда их привезут и поставят. И мы сэкономили деньги. В принципе, знаете, потому что у них сделка была только с 25 по 28 июня. Это был Lowe's. И, кстати, спасибо, Марина, ты посоветовала мне заехать в Lowe's, я там прямо возле тебя и купила. Я у Марины забирала свидетельство о рождении Алексея, она переводила его. И там говорит, а что ты, говорит, мучишься, заедь в Lowe's, там иногда будут хорошие очень сделки. Ну, она поехали в Lowe's. Мы заехали с мамой и сразу же на месте купили две LG-машинки, сушку и стирку, стиралку. Ну, это не какие-то там навороченные модели, мы взяли... Они как бы средненькие, да, не самые дешевые, не самые дорогие, средние были, они еще были со скидкой, еще там на еще что скидывали, я, по-моему, рассказывала эту историю, слушайте, я ничего не помню. Вот, и там была еще бесплатная доставка, во все входило, когда мы в Home Depot смотрели такие же самые машинки, доставка была, по-моему, $50, несмотря на то, что мы как за углом практически живем от Home Depot, и установка новых машинок и прочей фигни, да, то, что там должно было происходить, это стоило еще $250. То есть нам нужно было доплатить еще, поверху стоимости машинок, нужно было доплатить еще $300. В Lowe's мы купили только машинки и новые, она сказала, вам нужно купить новые вещи для установки машинки, то есть там хомутики, сзади труба новая, согласна, за 6 лет нужно уже поменять, и новые шланги для того, чтобы подключить машинку, горячую, холодную воду на втором этаже, мы это купили, того это нам обошлось где-то в $27, и вышло так, что как бы вместо того, чтобы платить $300 за доставку и за установку, мы заплатили всего машинки и $27 за новые вещи, которыми они все это прицепят. Вот, так что я думаю, что мы все равно выиграли как бы около $270 мы сохранили. Так что мама мне только вышлет фотографию, я говорю, надо брать. Алеша говорит, если мы дом будем продавать, я говорю, ты знаешь, даже если ты будешь продавать дом, как бы в итоге все равно лучше продать с хорошими машинками. Я, конечно, понимаю, что люди найдут, на что скинут деньги, то есть, а вот это нас не устраивает, то не устраивает, ну, то есть, скорее всего, это займет какой-то период времени продать дом, естественно. Говорю, ну, лучше иметь, и для начала и вам будет лучше. Двое человек вполне нормально будете стирать все новые чистые машинки. Неизвестно, когда ты пойдешь на эту продажу дома, да, то есть это будет на следующий год или через 2 года это будет. Но, по крайней мере, они там есть, и вы можете сказать, что машинки совершенно brand new, мы только купили, все, ничего не знаю. Менять ничего не надо. Вот, как-то вот таким образом. Ну, это из того, что мы там сделали. Это вот я говорю, мы уже в последний день ездили. 25 числа на мой день рождения мы покупали машинки. Оксанка мне звонит, говорит, ты что делаешь, отдыхаешь? Я говорю, отдыхаю. Я говорю, ты что, мне нужно поехать перевод взять. Потом машинки нужно купить. Она говорит, нет, надо отдыхать на свой день рождения. Я говорю, да какой там? Или покой нам только снится. Не буду я ничего отдыхать, говорю. Я тут нахожусь лимитированное количество времени, я буду отдыхать. Я говорю, здрасте, а когда я буду дела делать? Я приеду домой, если отдохну. Хотя, это я все так отдыхаю. Я помню, это, моя давняя подписчица посмеялась. Киртвика приедет и говорит, сейчас буду лежать 2 недели, ничего не делать, надо разбирать коробки. И смеется. Вот это я так отдыхаю, ничего не делаю, ребята. Это я вот уже какой... Вчера я поехала в магазин, это я только 2 дня тому назад прилетела. Это день, вчера у меня был, позавчера я прилетела, и уже все, сегодня целыми днями по магазинам мотаюсь. Но потому что я держу себя занятой, как я могу сидеть и страдать дома, да, то есть я считаю, что нужно обязательно найти, занять себя, знаете, я все время говорю, в пустой голове, ну, как это, знаешь, пустой, как это сказать, playground дьявола, да, получается, там, где дьявол, там мысли потом тебе всякие разные в голову приходят, поэтому нужно всегда... держать себя занятым, поэтому поехать что-то купить, приобрести, у меня там полка стоит, даже если Кит ничего не делает, я такая девушка, что полку соберу запросто, я его полку собрала, он мне тоже спрашивал, говорит, тебе надо помощь, я говорю, не, оставь меня в покое, я сейчас все соберу, вот, и все, я думаю, да, я хочу отдохнуть, но, наверное, на данном этапе мне нужно занять свою голову чем-то для того, чтобы я могла отойти от того, что мне на душе очень sad, очень печально. И я даже не хочу думать об этом, то есть я каким-то образом отталкиваю эти мысли от себя, потому что обратно сейчас я в Альберту не полечу. У меня остается пару месяцев для того, чтобы организовать дом до того, как начнется школа. Школа у меня будет до 14 декабря, я уже посмотрела. То есть вот до 14 декабря я пока никуда двинуться не могу.
И жалко, что эти перелеты только, блин, так удобно, прям вот отсюда, из Детройта, прям в Калгари, вообще очень удобный перелет. Слушайте, что они там, поумирали, что ли, в этом Старбаксе? Я не понимаю, они что, бегали корову доить за молоком, я не понимаю, что так долго-то? Вот. Либо, знаете, как людей не хватает, как всегда, людей не хватает. Short on staff, как здесь все время говорится, не хватает людей. Я смотрю, многие люди уезжают. Но я думаю, я куплю, потому что мне до... Господи, машину надо протереть. Вся машина вчера села. Это кофе выливается. Какого черта выливается, не знаю. Здесь вот у меня есть держалки в машине. Ни черта они не держат вообще. Вот это кофе, они все болтаются. Ну, у меня первая машина, которую они там придумали, но в 2020 году ее сделали, да, эту машину, модель, и я прям вот первую модель, как она сошла с этого, с конвейера, да, я ее сразу и купила. Ну, естественно, могут быть недоработки, там, наверное, народ уже нажаловался, то тут уже, может, что-то можно доработать, а я прям вот по всем, по первым стопам пошла. Мне машина нравится, просто не нравится, что они держатся хорошо. Что такое? А, это мой навигатор. Head east toward Carpenter Road. Hello, я вообще-то в очереди сижу, но спасибо за advice. Вот, так что я сейчас куплю Starbucks, чтобы потом не мотаться, и заеду еще в Sally Beauty, посмотрю, что там есть с пепельным каким-то лосьоном для волос, и, потому что хочется, ну, видите, бестолковку помыть, как бы я просто волосы назад зачесывала, чтобы с этим не играться совсем, и все, и хвостик, и пошла, потому что даже нет смысла, на улице очень жарко, очень жарко, эти распущенные волосы можно только либо в дульке, либо в хвостике носить здесь летом, потому что иначе у тебя вот все по спине прям течет, настолько жарко, это очень некомфортно, здесь большинство женщин, конечно, стараются держать стрижечки покороче, потому что так легче, или там до плеч волосы, да, зимой, может, отрастут. Ну, не знаю, я свои волосы буду отращивать пока. Поэтому хочу взять какой-то красящий лосьон, чтобы, может быть, не убивать волосы красками, потому что волос у меня хороший. И хочется, чтобы он блестел. Вчера тоже заехала от L'Oréal, по-моему. Но это недорогие, L'Oréal это недорогие. Но они сульфат-фри. Я взяла какие-то две маски, которые сульфат-фри, как без сульфатов всяких разных. Для блеска волос, для еще чего-то. У меня, правда, там еще какая-то маска есть. Я пока недорогое брала, потому что я тут до дорогих не добежала. Вот. Ulta Beauty хотя бы надо зайти. Я думаю, хочу в свои волосы, не хочу больше красками убивать. Я понимаю, что, может, мне этот цвет не очень идет, как вы говорите. Мне больше идет темный цвет волос. Но так ситуация складывается. Я устала бороться со своей сединой. Ее нужно постоянно закрашивать. Она отрастает, и ее очень сильно видно на темных волосах, очень сильно. А постоянно, каждую неделю краситься я не хочу. Мне просто, ну, как есть чем в жизни этой заняться, кроме как красить свои волосы. Поэтому думаю, да, плевать. Думаю, и так, весело, и так, педа. Вот. Поэтому буду, сейчас заеду, посмотрю, какие у них есть тонирующие лосьоны. И чтобы вообще, может быть, тонировать просто волосы, и все, там растет седина, да и растет седина. Главное, чтобы у нее какой-то приятный цвет был. Как я уже сказала, мне нравится лавандовый цвет, сейчас пойду посмотрю, что будет конкретно. Ладно, ребята, все, не буду с вами больше болтать, поеду сейчас, куплю кофе, может, приеду домой, начну собирать полку, не знаю, посмотрю. Хочется занимать себя просто чем-то занимаюсь, чтобы не сидеть и не страдать. Этого делать нельзя и не нужно в этой жизни нужно жить жизнь. Этот день вы больше никогда не вернете. И, конечно, очень тяжело переживала последние события, особенно с уходом Саньки, это было очень тяжело. Но я не хочу на этом зацикливаться. Где-то внутри я еще это переживаю, это так просто не пройдет. И Кит заметил, что я вернулась грустная, он, конечно, старается меня подбодрить, он делает все, что угодно, я не знаю, но это просто такой период времени, когда нужно это пережить, вот. Но тоже целыми днями лежать, как бы плакать в подушку я не буду, потому что у меня есть дела, которые нужно делать, у меня жизнь идет сейчас уже, и да, жизнь продолжается. Это сложно, но такая жизнь. Ничего не сделаешь. Женя сейчас посмотрит меня. Мне гуль начали настреляет. Потому что я купила красящие. Но я думаю, что оно поможет мне поддержать. Женя, если ты посмотришь, скажи, или нормально я купила. Ну, я купила это бритва. Лезвие для ног. Это для педикюра. Приходится самой этот педикюр делать, наверное.
Вот, пока не нашла никого и купила две вот таких вещи. Вот видите, лосьон, как он называется? Сейчас я заведу машину, очень жарко. Маска, это маска для волос. Маска для волос. И она лайлак. Лайлак, это значит, что оно у нас сирень. Сиреневый, да? Она семиперманентная. Семиперманентная, это значит, что она перманентная, но не совсем, 50 на 50. Я взяла две маски, которые должны сработать, потому что они семиперманентные. Они хорошо сохраняют волосы, оба из них, как я уже говорила, лайлак, это с этим, с... Сейчас, секунду, закрою, потому что какой-то сомнительный мужик крутится передо мной. Они оба, я не наблюдаю, вот видите, одна вот такая есть, а другая от Веллы. В общем, попробуем. Боль начали настреляя, Женя. Что купила, только зашла домой. Эту мисочку можно обратно на кухню поставить. Так, ну, здесь уже кое-что выложила. Вот такую мисочку купила. Это для фруктов, вообще-то. Вот, но я сюда бросаю конфеты для тех, кто приходит в гости. У нее вот здесь основа, знаете, такого же цвета, как у нас. Видите, стол деревянный. Вот. Они мне все время стоят, конфетки я покупаю. Итальянские очень вкусные. Вот эту штуку я купила для Моки. Кит говорит, она не будет здесь спать. Я говорю, ну посмотрим. Она любит спать у меня в шкафу. Я говорю, посмотрим. Купила органайзеры простые для того, чтобы организовать свою ванную. Такая Lazy Susan купила. Вот. Ванную свою организовать. Купила картинку на стену. Life is beautiful. Ванную себе. Так, это у меня большая банка для муки. Цвет какая-то. 14 баксов. Надо будет ее помыть. Сейчас вытащу. Вот такая огромная банка. Mason jar. Открывается очень легко. Просто поднимайте и все. Для муки будет супер. 5,5 литра. Oversized canister. Hand wash only. Ну, только руками мыть. Ну, понятно. Ну, такая хорошая банка. Купила винегреты. Итальянские. Вот я говорила, raspberry walnut. Russian. Я спросила, что такое Russian. Он говорит, это, по-моему, Thousand Islands. Просто немного другой. Купила два мыла для рук. Один с диким медом запахом. Другой. Коко. Коко. Это как коконат и роза. Это я обычно беру на кухню. Так, что еще купила? Купила... Я уже показывала гарлик. Черные труфеля и с фигой, и вот такой strawberry для холодной, на холодный чай. Извините, что я икаю. Ну и здесь внизу купила букет и корзиночки для организации всякие разные, видите, для себя. Так, здесь вот две корзиночки, такие простые металлические они. Здесь написано things на обоих из них. И вот эти были на сейле тоже всякие разные. Вот такие простые, макромешные. Эти тоже, видите, здесь две маленькие тоже вставлены. Мне подойдет организовать все. Так, сейчас, секунду. Так, у меня закончился диффузор. Купила Peony Petals. Пахнет пионами, типа. Ну, я не понюхала, не знаю, как пахнет. Ну, и вот такой вот простой букет цветов. Поставлю себе на полочку ванную. В общем, выглядит даже приличненько. Вот такой простенький. Все, я все купила. Кит говорит, она не будет спать в этом. Я говорю, подожди, она у меня и так сидит там в клозете. Типа там все закрыто у нее со всех сторон. Я говорю, мне кажется, что так будет хорошо и для меня, потому что моя одежда будет ограничена, чтобы она шерстью не запачкала. И для нее, то есть она туда залезла. И там ей мягенько. Он говорит, не пойдет она туда. Я говорю, ну, это ее личная драма, скажем так. Присела посидеть на балконе, посмотреть, как там мои растения поживают. Некоторые полила, некоторые
оставила, потому что они еще влажные. И можно слышать, как бы, немножко ударники. У нас начался джаз-фестиваль в парке, но парк находится теперь вон там, сбоку. Поэтому его очень плохо слышно. В прошлой квартире я просто сидела, его слушала постоянно на балконе. А сейчас уже и не послушаешь. Утки вон приплыли какие-то тут. Возле берега плавают уточки. Вот. Зато здесь озеро обалденно красивое. Завтра 4 июля. Люди начинают подрывать по чуть-чуть. Америку. Так, у нас там где-то пускают. Сейчас, секунду, я подойду сюда. Не видно, у нас дождик капает. Вот там вот вдалеке. Может, чуть-чуть будет видно. Вот. Ой, как темно. Вообще, на самом деле, у нас дождь. И, в принципе, это хорошо. Хоть немножко температура упала. И прохладненько становится. Вон там видно немного. Вон. Фейерверки. Плохо видно, моя камера плохо снимает ночью. Не знаю, завтра может быть что-то уютненько. Огоньки горят. Темно просто очень, не снимает камера. О! Видели? Это было круто. Надеюсь, не сдует мои растения. Здесь какое-то дерево поломало достаточно круто. Я вам снимала вообще сбоку. Я думаю, что мои цветы каким-то чудом удержались. Потому что здесь, судя по всему, был достаточно сильный ветер. Всем привет, у нас дожди. И, честно говоря, сейчас целое утро мы сидим там на балконе, так классно. Вот кофе пьем, завтрак сделали. И я говорю, надо начать разбирать квартиру, потому что мы как приехали, все бросили, никто ничего не делал. И у меня в ванной, видите, я купила органайзеры, купила еще что-то. Вот я когда перед приездом Алексея чистила ванну, я так вот бросила, и оно так вот стоит уже тут месяц. И вот это мне нужно тут пуговку пришить или что-то пришить надо будет. Купили месяц тому назад, она так и простояла. Здесь у меня полочка должна быть. Либо так ее поставлю, либо так. Мужа тоже купили, но не знаю, вот эта штука, да, она у меня как-то... Они так прицепили, их, знаете, ни туда, ни сюда. Собрала полку, поставила. Да, она помещается и вот так тоже. Ну, какой-то... Не будем называть его плохим словом. Прикрутил держалку для полотенца. Как-то непонятно вообще. Не близко к умывальнику, в стороне где-то. Кит говорит, хочешь, мы ее снимем? Может, другое место перекрутим. Но туда дырка будет. Зачем? Я, квартира не моя. Но это все равно. В своей квартире я бы что-то сделала. Сейчас буду организовывать.
Всем привет, я приехала в магазин под названием Ollie's Bargain Outlet. Меня про него спрашивали, здесь все на распродаже. Значит, если закрывается какой-то магазин, сюда все скидывают и распродают по очень дешевой цене. И здесь можно у них подписаться на их скидки и получать скидки еще на скидки. И, в общем, можно иногда здесь неплохо закупиться. Видите, Bounce есть, Last and Fresh, вон сколько, целая куча, 9,99. В общем, можно, мне все очень нужно, то можно купить. Я приехала за шторами, посмотреть на шторы. А здесь, кстати, там они есть. Здесь, кстати, видите, сколько книг продается, тут все что угодно можно найти. О, совсем дешево, 7,99 для мытья. Здесь даже для поделок есть прочее. В общем, интересно. Оригами, видите, Alice in Wonderland есть. Можно сделать всяких разных поделочки. Ватман. Так, кондиционеры, ну и прочее. Ерунда. Для деток много всего. В общем, да, я сюда приехала за шторами. Здесь есть неплохие сделки. Так, furniture. Я не помню, что здесь, где расположено. Видите, вон такие книги на распродаже. Это все. Так. Что меня интересует, я не знаю, пойду посмотрю. Всем привет, только что вернулась с магазина и хочу вам показать Home at Home, называется магазин. У них пошли скидки, вот это все стоило $10. Я искала вот такие вот с роликами, потому что у меня заедают мои, которые у меня есть. Да, они красивые, с блестяшечками, но они заедают. Ну и в придачу давалась также шторка. Думаю, ну какая разница, почему бы не поменять. Видите, 9,99. Sorry. Yes, I am. 4 июля. Происходит, смотрите, там, вон там. Всем привет еще раз. У меня возникает вопрос. Я очень сильно люблю звуки природы, и поэтому напишите мне. Я сняла здесь немного грозу и оставлю ее прям в таком варианте, каком она идет на нашем озере. Напишите мне, если вам нравятся такие варианты. Может быть, я буду снимать
какие-то, допустим, там дождь на своем озере или выходной день, потому что люди постоянно на лодках катаются. Может быть, вам приятно послушать звуки природы. Может быть, у меня будет отдельный такой вариант, лист, в котором я буду размещать именно день на озере Форт. Я оставлю это все как есть без монтажа, а вы мне напишите, что вы думаете про эту мою идею. Спасибо.